Потенциал развития Кайкенского района обсудили на совещании у главы Дагестана. У района большие перспективы, заявил Сергей Меликов. По словам главы республики, помимо туристических комплексов, потенциал района позволяет расширять лечебную туристическую зону, развивать экотуризм и остальные виды туристических услуг. На Дальневосточном экономическом форуме в 2022 году, там, где мы представляли ему или презентовали ему наше предложение по развитию Кайкенского туристического кластера. Когда президент посещал Дербент в июне прошлого теперь уже года, значит, на совещании, которое он проводил по стратегии развития туризма, значит, там были конкретные поручения по развитию. Вместе с тем в районе остаются проблемы, в том числе с долгостроями, которые необходимо решать. Одним из которых является объект здравоохранения в Кайкенте. Его возведение началось в 2009 году, затянулось в связи с изменениями нормативно-правовых актов и ГОСТа. Объект строился по проекту 1972 года, который на момент строительства уже был неактуален и сегодня требует значительных корректировок. В первую очередь нам нужно сделать действительно инструментальную экспертизу. И если ее делали там в прошлом году, если там уже кого-то вызывали или заказывали, значит, надо поднять документы. Может быть, есть результаты. То есть надо нам сегодня посмотреть. Вот эти здания, пока не говорим какие, вот эти здания, они сейсмобезопасности соответствуют, фундаменты соответствуют, еще что-то. И заактировать ее этим годом. Это первое. Сейчас. Потом нужно принимать решение. Если все эти здания соответствуют, и мы можем продолжать строительные работы, значит, вам, Минздраву, нужно определиться, на что мы выходим.